Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ при поддержке Empire TV. И мы начинаем трансляцию Retro International, наш 7-й выпуск, который, в общем-то, по заявкам всех зрителей, которые где они, кстати, уже не первую, не один раз просили прокрутить этот матч, посмотреть на противостоянии эпичных коллективов. Эпичное противостояние от них же Альянс против Natus Windsor. Это все финал третьего International. Рубка за 1 600 000 долларов Соединенных Штатов Америки. И гранд-финал. Гранд-финал, который будет состоять из 5 матчей. Ну и с первого начнем. Там как раз, собственно, разогрев ближе к пятому. К концу пятого матча страсти будут просто кипеть. Кто не смотрел, я думаю, что таких людей в принципе нет. Вот, поэтому освежить такую информацию, я думаю, стоит. Ну и редкие люди не смотрели. Давайте перейдем непосредственно к матчу. И тут я так по мелочи озвучу, потом перейду к статистике по командам, что там вообще в 2013 году творилось, а год был вообще жуткий, там такое творилось. Висп, Nature's Profit для команды Alliance. Адмирал Бульдог, Nature's Profit, я думаю, все это прекрасно понятно. Ну и Висп, конечно же, брался в пару к Лоди. Там этим виспом как бы деньги и выигрывались все. Со стороны команды Natus Windsor, Бетрайдер и Визаж в пик. Ну, Бетрайдер, разумеется, на сложную линию. Туда зачастую у нас отправлялся Фаник. И Бетрайдер, естественно, для него. Ну и по банам. Команда Alliance сразу же обрезала хвосту хвост. Нет никакой возможности забрать теперь Лайфстилера. Он отправляется у нас в баню. Отправляется Дарксид, наиболее пикабельный герой от команды Natus Windsor. И отправляется Вивер вместе с Паком в бан. Лучше бы в пятой игре в бан этот Пак отправился. В первой игре он 100% в бане. Котел от Natus Windsor отправляется в бан. Джаггернаут, Нага Сайрен и Чен заблочили героя, на котором Маке, в принципе, прям стал очень как неприятным вообще явлением для всех команд. Чен на Аке, это прям стало мемом и разошлось по всем вообще болельщикам команды Alliance, да и вообще по всему комьюнити. Давайте коротко вам расскажу про команды и про их состояние на тот момент. Это был 2013 год, и, в принципе, уже на тот момент стата была всем известна. Ну, сейчас, понятное дело, что из 2015-го слабо кто помнит, что там да как выглядели Na'Vi, как выглядели Alliance. Давайте вкратце расскажу, как дела обстояли у команд Na'Vi на третьем International. Собственно, какие показатели имела. По ГПМ у Na'Vi имели 1839, ниже, чем сейчас, и, в общем-то, ниже, чем показатели были в 2014 году. Короче говоря, можно понять, что дота была немного по-бомжовее, фармили поменьше. Собственно, и артефактов было поменьше, но там было много обновлений перед 2014-м. Деньги начали капать сами по себе побыстрее. Раньше, по-моему, если не ошибаюсь, по 1 копейке в секунду капало, потом стало по 2, ну и на данный момент 2 или 2 с мелочью капает в секунду какой-то пассивной голды. У Na'Vi 1839 за минуту в среднем было на всю команду, ну и experience per minute был 1920. И Na'Vi в среднем 595 крипов убивали, по КДА были в плюсе, по КДА 20 киллов, 17 смертей и 41 ассист. Ну и Na'Vi имели 63,5% побед. То есть выиграли две трети своих сыгранных матчей. Ну, это неплохой результат, это прям-таки, скажем, уверенный результат на чемпионство. Но с другой стороны, что вообще говорить, Na'Vi играют в гранд-финале, ясен пень, что на чемпионство они претендовали. Очень много разговоров вокруг Alliance крутилось там, на тот момент. Альянсы выиграли все, что только можно было выиграть до этого International. Альянсы поехали в Китай предварительно, просто в Мекку вообще доты на тот момент. Там были актуальные чемпионы IG, там были LGD, там миллион всяких команд, там были ДК. И там всех разорвали на J1 League. То есть они оказались первой командой, которая вообще посягнула на китайскую доту и дома в Китае обыграла китайцев. Я думаю, там
трясся весь Китай, и, естественно, Alliance, ну, сделали просто невозможное по меркам до того времени. Они выиграли J1, они выиграли еще несколько турниров, там и DreamHack был, и такие турниры средней руки. А, причем выигрывали уверенно, выигрывали играючи. Разумеется, это игра, все играющие, ну, на расслабоне, в общем-то, половина каток была. Просто потому, что скиллом Alliance тогда отличались феноменально. Ну и Na'Vi, естественно, тоже. Команда не из подворотни. Уже на тот момент они были чемпионами первого International. Они были серебряными призерами второго. И вот, собственно, за третий, конечно же, хотелось повоевать. И они воевали, и воевали так, что я лично помню до половины пятого или до половины шестого утра наблюдал это все, просто не отрываясь. Ну, теперь освежим эту память. С того момента, в общем-то, ни разу я не пересматривал эти матчи. Ну и куда же еще деваться этим матчем, кроме как попасть в нашу рубрику Retro International. Седьмой выпуск на повестке. Ну и давайте по героям пробежимся. Wisp, Nature's Prophet, Gyrocopter, Enchantress для Alliance. Со стороны команды Na'Vi. Bounty Hunter, Vengeful Spirit, Venomancer, Visage и Batrider. Веник тогда у нас играл в роли саппорта или нет? Нет, Веник у нас не играл в роли саппорта. Как я понимаю, Веномансер, скорее всего, здесь пикнется для хвоста. Что-то у меня как-то дежавюшкой запахло. Я думаю, что Веник, скорее всего, у нас будет в роли керри, потому что других керри я здесь, в принципе, не вижу. И просто посмотрите вообще, да, основная цель и одна из основных целей нашей программы — это сравнивать доту прошлого с дотой современной, которая вот в 2015 году, на данный момент, 2 июля, какой мы привыкли ее видеть сейчас. И вот просто посмотрите, так, вопрос на засыпку: Na'Vi, кого они взяли в мидлейн? Кто из этих героев способен идти мидлейн? Если бы вы попали в CM какой-нибудь, и капитан бы напикал вот столько вот героев, а вы мидер, например, кого бы из этих героев вы взяли бы себе в мид? Я думаю, наверное, никого не взяли бы, и репорты просто посыпались на кэпа. Ну, и было бы, наверное, вполне себе это нормально и правильно. Потому что по данной мете просто даже не представить, кто на ком мог бы сейчас сходить в мидлы. Естественно, у Na'Vi все тогда было понятно и все достаточно прозрачно было. Ну, забрали героев следующих: Batrider, Visage, Venomancer, Vengeful Spirit, Bounty Hunter. Со стороны команды Alliance: Clockwork, Enchantress, Gyrocopter, Nature's Prophet и Wisp. Так, а что Dota? Все Dota. Dota у нас началась. Ну, давайте непосредственно перейдем к матчу и сразу же разберемся, кто на ком будет играть. Дэнди у нас играл на Batrider и стоял в мидлейне на Batrider. Все, что я говорил о Фанике, который Batrider заберет сложную, забудьте об этом и никому не рассказывайте. Фаник в этом матче играет на Bounty Hunter. Кура играет на Визаже. Хвост забирает себе Vengeful Spirit. Ай-яй-яй, просто боль вообще всем моим аналитическим попыткам и тому, что я называл способности. Пупей забирает себе Веномансера, Хвост будет играть на Vengeful Spirit, Дэнди будет на Бэтрайдере играть в мидлейне, Кура играет на Визаже, и Фаник играет на Баунти Хантере. Я еще раз повторю, я специально не смотрел эти матчи предварительно до этого выпуска, чтобы не знать все наперед. Теперь я понимаю, что, не зная все наперед, я об этих матчах 2013 года вообще ничего не знаю. Ну, давайте вместе разбираться, тем интересней. Со стороны команды Alliance S4 забирает себе Клокверка. Несменный мидер команды Alliance забирает себе Клокверка. Тоже приехали. Аки забирает себе Лесника, Enchantress. Лода будет играть на Гирокоптере, тут более-менее понятно. EGM играет на Виспе. И Адмирал Бульдог забирает себе Nature's Prophet. Отгадал я, наверное, наверное, и S4 я бы здесь не разобрался, куда вообще мог бы направиться. Дота у нас веселится, отключается Дэнди, а это, на секундочку, гранд-финал International, и там тоже были проблемы. Проблемы. Дэнди опять отпадает, перематываем, отпадает Дэнди. Дэнди возвращается. Все. Вот очень долго было ожидание, кстати, удивительно. Да, что-то припоминается. Все, Дэнди у нас возвращается в игру, и команда Na'Vi расположилась следующим образом на лайнике. Так понимаю, Кура вместе с Хвостом отправится у нас на сложную линию. Тут просто майндгеймс от команды Na'Vi.
расстановка нестандартная по линиям, отсюда и некое удивление, так понимаю, должно быть для команды Alliance. Возвращаясь к всей шумихе вокруг команды Alliance, они на тот момент считались абсолютным фаворитом в любом турнире. Они считались командой, которую невозможно победить только, ну, только каким-то нечестным путем. И тут на тебе, тут Na'Vi, который вообще честным путем не часто играет. Не получается честно, будем выигрывать, используя какие-то фишки, которые знает только команда Na'Vi, ну, элементарного пуджа. Вспомните от Dendy, который у нас на базу летал и таскал оранжей за собой всех и каждого перефармленных, которых вообще невозможно было бы чем-нибудь убить. Ну, интересно, в общем-то, Na'Vi поступили в тот момент, но много говорили о багах, разумеется, и потом это все нерфили, резали, сразу же решили от этого избавиться, называли багом, Na'Vi называли абузерами. С другой стороны, когда на кону такие деньги стоят, и абузить что-то можно, оно не запрещено, то почему бы и не абузить? Ну и Na'Vi здесь, вы видите, расстановка по лайнам странноватенькая. Виномансер отправляется у нас на топ-лейн вместе с Куро. Будут они саппортить хвоста на Vengeful Spirit. То есть хвост у нас в роли керри и на винге у нас отыгрывает хвост. И Адмирал Бульдог в соло отправляется на легкую линию. Команда Alliance отправила Лоду вниз, помогает ему ЕГМ на виспе. И где-то здесь недалеко... должен быть... Нет, никто не должен быть. Здесь Аки на инче играет в собственном лесу. Ну и на мидлейн отправляется S4 на клокверке, и против него стоит Dendy на бетрайдере. Что-то из разряда непонятных абсолютно в 2015 году вещей. Ну, это одна из главных целей Retro International — посмотреть, сравнить, понять, что могло бы сейчас быть использованным. Вот, а что у нас уже навсегда отошло в никуда. Ну и команда Na'Vi. Так, одну секунду... Команда Na'Vi на тот момент прошла в финал достаточно уверенно. Да, там были сбои. Конечно, не так уверенно, как команда Alliance. Alliance вообще никому не проиграли. Шли с победой постоянно. И Na'Vi через лузеров вышли на Alliance. Через победу в финале лузеров. И отправились на Альянс. И, в принципе, я помню просто, как комьюнити на все это реагировало. Говорили, что Альянс похоронят команду Na'Vi. Ну, больше англоязычная комьюнити, русскоязычная комьюнити. Как одно. Все твердили, что Na'Vi их уничтожат. Ну, какое-то было подозрение, что Na'Vi этот состав Альянс уничтожить не так просто будет. Ну и весь остальной мир склонялся к тому, что Альянс безусловный фаворит, и букмекерские конторы, и просто обсуждения где-то в интернетах. Вот. Na'Vi показали, что это не так, что бороться с командой Альянс можно, и главное, что бороться Na'Vi могут с командой Альянс, и тут просто чудеса творили и показывали, что Альянс как бы вроде и не совсем так и команда, и можно с ними сражаться, причем сражаться с явным преимуществом. Пятый матч, когда мы с вами будем смотреть, вы посмотрите на Dendy, который у нас на Templar Assassin будет отыгрывать. Это я помню еще. Не такой уж я и старый, с памятью все в порядке. Вы посмотрите, что там Dendy творил с командой Alliance. И чем все это закончилось, я думаю, тоже все помнят. Ну, освежить эту информацию тоже стоит. Ну, пока что 3 минуты сыграно, ни одного фрага на карте. Фармят все ровненько в 0 тут и 200 по... Там меньше даже, 0 опять у нас по XP. Что Alliance, что Na'Vi, и по голде Na'Vi 100 с копейками выигрывает. Фаник терпит легкую линию, стоит в соло против гирокоптера плюс виспа. Ну а со стороны команды Na'Vi на сложной линии Куро Визаж уже подпушивают тавер. Уже начинается фаст пуш. Есть, в принципе, чем пушить. Во-первых, с руки неплохо валят. Во-вторых, тот же Пупей вместе, ну, вместе с Vengeful Spirit, в частности, очень быстро могут от крипов избавляться. Виномгель есть у нас у Пупея. Раз плюнули, крипы быстренько развалились. Идем дальше пушить. Хаки на инче уже забирает себе двух нейтралов. Один, правда, не дойдет до поля боя. Но здесь есть еще один, которого можно взять. В принципе, выход на команду Na'Vi мог бы состояться. Куро увидел, кто здесь тусит. Аки 100% курок у нас увидел, но Аки в атаку не идет. Там в это время Фаника загоняет, причем сразу под тавером, и это ФБ, Лода. Лоу хпшный, тавер на него агрится у Лоды. После этой атаки 27 хп остается, отхилили, все. Лода отсюда уходит, команда Na'Vi начинается счета 0-1.
В это время давайте на Крипста переключимся и посмотрим, как у нас стоят. У Дэнди 19 на 8, S4 против него очень уверенно стоит. У S4 16 на 1, он не сильно уступает Бетрайдеру, а стоять на мидлейне против Бетрайдера — это вообще издевательство над самим собой. И ничего, так S4 еще неплохо смотрится. Даже, наверное, хорошо, а не просто неплохо. У S4 16 на 1, у Дэнди в это время 21 на 8. Поливает постоянно S4, для него это, в общем-то, плюс. Magic Wand есть, Дэнди оставляет без маны. Дэнди тут, в общем-то, на ману пока рано глаз класть. Дэнди без батла до сих пор. Ну и ФБ у нас состоялся, Фаник уже выдворен, собственно, с линии. Уже стоять спокойненько нельзя. Какая-то элементарная просветка, дальше через Rocket Barrage, через Flag Cannon лода в любом случае Фаника разваливает, и это будет делаться постоянно, если Фаник скромничать будет. Ой, если точнее наоборот, скромничать не будет, а будет быковать и лезть к дабле из Веспа плюс Гирокоптер. По голде Alliance выигрывают 300, по экспириенсу 1000, потихоньку, понемножку наращивают вроде бы свое преимущество, которое получили после забранного First Blood. Уже лоу хпшный Тауэр, который у нас в 2015 году назван Суперкрип Мечник. Древний дракончик, обсервер Варды, ходячие. В какой-то степени, наверное, да, это обсервер Варды. Ну что, Дэнди у нас. 4 стака есть на S4. S4 закрывает у нас в коге Дэнди. Дэнди под Firefly. Я не очень понял, чего Клок добивался. Дэнди под Firefly улетать может в любую абсолютно сторону. Делать что угодно вообще. И Дэнди просто отсюда уходит. Клэп по Дэнди у нас от одного Урса, клэп от другого Урса. И Аки что будет? Просто гнать у нас Дэнди. Дэнди вроде лоу хпшная ракета прилетает у нас с Дэнди, сбивает ему Healing Self. И Дэнди уже с батлом. Батл, естественно, будет обузиться. Дэнди будет оставлять всех без курьера. Поэтому стой, Фаник, как хочешь, хилься чем хочешь. Подойди, понюхай деревья. Стоп линии Адмирала Бульдога, я так понимаю, вообще выдворили. Nature's Prophet у нас подходить сюда и не пытается. Да и возможности как таковой нет. Во-первых, здесь какой-никакой дизейбл. Подстопили через Venom Gale, застанили благодаря Vengeful Spirit. Ну а дальше просто замедлили благодаря визажу. И, естественно, пешком никто отсюда не уйдет, а улететь Nature's Prophet'у просто не дадут. Поэтому хвост со своей триплой очень опасный для оффлейнера команды Alliance. Адмирал Бульдог остается фактически без фарма. У него 12 на 4. На 7 минуте он отправляется в лес, тем самым забирая фарму у Энчи. Ну, круто, круто. Трипла задавила у нас оффлейнера. Оффлейнер оказался немножечко чуточку лох. Фаник еще стоит, терпит. Фаник не появляется из кустов, просто получает левел. Ему что важно? Ему важно получить ранний трек. После этого масс-файты от команды Na'Vi будут гораздо прибыльнее, чем у команды Alliance. То есть каждый фраг под треком по цене как 2 или 3 даже фрага без трека сделанные. И Фаник уже 6 левела пока что никуда не смещается. Кура подошел у нас на мидлейн. Будут разбираться с S4, потому что Клок вроде бы и не фармит так хорошо, как это делает Дэнди. Хотя фармит, кстати, так хорошо, как это делает Дэнди. Дэнди 35 на 2 у него, и у Дэнди 36 на 11. Клок фармит просто великолепно, как для Клока на мидлейне. Тем более, который стоит против Бетрайдера. Вообще, стоять против Бетрайдера в соло — это явная проблема. Ну, здесь, видимо, и Аки помог, и S4 сам по себе очень даже неплох. В пятой игре он показал, кстати, насколько он неплох. Как капитан, как лидер своей команды. Ну что, Фаник заметил Клокверка, который смещается на нижний лайн. Начинается пуш Тауэра по низу. Команда Na'Vi, кстати, оставила хвоста просто в соло. Хвост стоит на фрифарме и стоит хрен знает где. Он очень далеко находится от собственного Тауэра. Я думаю, вы понимаете прекрасно, что выходить за эти так далеко — это опасно. Но инфа есть, где находится команда Alliance, поэтому можно и пилить. Фаник цепляет у нас Аки. Аки разваливается. Скоро забирает этот фраг. Фаника закрывают в коге. Прилетает у нас здесь Висп. С4. Дальше погоня за Кура. Дэнди прилетает у нас вместо файта. У Дэнди есть лассо, у Дэнди есть Firefly, Дэнди на лоу хп. Пытался отхилиться через Magic Wand, хилки просто не хватило. Не так много зарядов, в итоге Лода вместе с Адмиралом Бульдогом забирают у нас Дэнди. Ну и счет становится 3-1 в пользу команды Alliance. Na'Vi немножко здесь подфидили. Они выигрывали 750, теперь пошли вниз. И по экспириенсу Alliance уже выигрывают 1500. Какие молодцы.
что Хвост на Vengeful Spirit. У него есть фейсбуцы, у него есть Ring of Aquila. Сказать Хвосту сейчас, что пикайте ему Венгу... Или вообще сказать, что Венга керри будет, это один, по-моему, из пабовских мемов. Это одна из популярных шуток, и шуток больше оскорбительного характера. Когда кто-то собирается Венгу у нас превращать в... Так, кто это летает? Это еще какие-то тут... Кто это летает? Я не могу понять. Я кого-то выделил. У меня спириты Веспа летают со своим ХПшкой, со своей базовой. Просто посмотрите. Аж голова закружилась. Ну, это еще раз говорю, издержки 2013 года, который реплей сохраняет вот так, что Хелсбар у нас находится на игроках, прям-таки на лице. Очень странно называются все объекты, которые не являются героями. В частности, курьер у нас тролль-некромант. Здесь у нас Серпент Вард. Ну, просто рандомные абсолютно надписи из Доты вообще. 10 минут сыграно. Нави в ноль идут по голде, по экспириенсу проигрывают 2000 команде Alliance. Готовится выход на мидлейн. Уже Пупи здесь через плагварды поливает у нас хайграунд. А, так вот, Vengeful Spirit, которая в роли керри у нас играет, это немного удивительная вообще штука. Еще раз повторюсь, в пабах за такое просто оскорбляют. И оскорбляют не только тебя, но и все поколения постарше. Могут и младшие зацепить. Если вдруг ты говоришь, что я Венга, я керри, купите мне кто-нибудь два танга и дайте мне вард. Нет, такого никто не позволит сделать. Венгу в керри не собирают. Венга у нас, в принципе, саппорт. Я бы здесь, в общем-то, поспорил, почему Венгу так редко используют в роли керри. И Нави, в общем-то, тоже с этим решили поспорить. Они со мной согласны. А я думаю, что Нави, как показатель какой-то тактики и понимания доты, наверное, достаточно авторитетные ребята. Ну и Vengeful Spirit со своим Vengeance аурой, со своими всеми скиллами, достаточно полезными и интересными. Мне кажется, на ранних этапах для быстрой игры... Очень неприятный керри, очень неприятный. То есть какие-то базовые артефакты подарить Венге, и Венга будет соло сносить кого угодно. А если Венгу собрать у нас тот же дезолятор, да, помочь ей еще каким-нибудь бустом по дэмэджу, Венга, естественно, сносить будет очень быстро. Манта стайл какой-нибудь залепить. Ну что, пошел у нас фрейф от команды Нави на мидлейне. Решили подраться, ну-ка давайте не пропускать, это все-таки важно. Возвращаемся мы, врыв пошел у нас на Пупея от С4, Пупея моментально разбирают и то же самое делают здесь и с Бэтрайдером. Отправляется в таверну Дэнди, отправляется в таверну Пупей. На Виномансере счет становится 6-1. Команда Alliance давит и выглядит очень мощно. Примерно так, как от нее и ожидали. Примерно так, как и все, предвосхищая события, говорили, что Alliance просто катком проедутся по Нави, развалят их. Ну, пока что разваливают, пока, я думаю, вы видите. Пока что у Alliance все великолепно. Ну что, Куро цепляет у нас S4. Сразу же пошел у нас под хил от Веспасва. Пошел от Хвоста. S4 расковыряли. Минус один делает команда Na'Vi. Денег я не могу вам показать, сколько Na'Vi получили, потому что Fight Recap — вещь несуществующая на тот момент. Да и вообще Fight Recap с матчами более чем годичной давности не показывают, сколько голды, сколько экспириенса получает та или другая команда за сделанные в файте фраги. Alliance выигрывают более 3000 по золоту и по экспириенсу более 4000 тоже в пользу шведского коллектива. Ну что, расскажу немножко вам по команде Na'Vi. Начнем с Дэнди, наверное. Дэнди на тот момент фармил у нас по 416 ГПМ. У него был и средний экспириенс по минуту. У него был 465, и Дэнди за игру 154 крипа убил. То есть не к тому я клоню. Это мало, действительно, это мало. Но я не к тому клоню, что Дэнди плохо фармит. Нет, ни в коем случае. Дэнди фармит великолепно. Просто времени на крипов Дэнди крипам уделял достаточно малое количество времени. Он больше проводил в активной, агрессивной доте. Постоянно файтился. И КДА об этом, в общем-то, свидетельствует. 6 киллов в среднем у него за игру. 8 ассистов и 3 смерти было у Дэнди. Ну и команда Na'Vi сильно катки не затягивала, поэтому Дэнди много и не убивал. Кто там много убивал, сейчас скажу вам, кто много убивал.
Убивал много. Да никто, собственно, много и не убивал. У хвоста 7-3-7. КДА средний на этом турнире. Клокверк в это время Vengeful Spirit у нас разобрала, разобрал Венга от хвоста отваливается. Так что я даже не успел переключиться. Посмотрите на Vengeful Spirit. У нее есть Blade of Alacrity. У хвоста есть Ogre Club. Хвост, как я понимаю, в Сашу Яшу собирается на Венге. Пока что Нави проигрывают. В общем-то, не так уж и много. Непоправимая ситуация, но все равно неприятности у них есть. Еще раз повторюсь, я не в курсе, в какой последовательности и как заканчивались матчи. Я не помню совершенно, кто выиграл первую, вторую, третью, четвертую. Я только помню, кто выиграл пятую игру. Ну и я помню общий счет встречи, я думаю, все помнят. Там можно будет сориентироваться. Но первая, вторая катка, кем была выиграна, понятия вообще нет. Команда Alliance выходит у нас на Рошана. С Адмиралом Бульдогом, со всеми дополнительными энтами, которых с собой Нечис Профит привел. Отаки, здесь небольшой подарочек, по-моему, есть, где-то был тролль или кто-то. Ну и фамильяры. Фамильяры у нас от Кура отправляются на Роху. Ни одного, по-моему, не получилось посадить. Команда Alliance забирает у нас Aegis Gyrocopter с Aegis'ом, и S4 врывается в самый центр. Ставит Коги, которые просто разделяют у нас Куры, разделяют у нас Венгу, отделяют ее от основного количества игроков команды Na'Vi. Адмирал Бульдог летит на опережение на Пупея. От Лоды пошел у нас кулдаун. Развалили еще и Веномансера, Дэнди на лоу хп. Все отравлены, всем неприятно, но при этом все игроки команды Alliance живы. Минус 4 делает Альянс, счет 2-11. Команда Na'Vi пишет ГГ, но это и правда ГГ. Просто за 15 с половиной минут там пикали больше и дольше, в общем-то, дольше паузу держали. Что можно сказать по первому матчу? То, что говорили об команде Alliance, я сейчас пытаюсь немножко освежить свою память. То, что говорили о команде Alliance, все это казалось абсолютной правдой. Команда Alliance — машина, против которой не пойми, как драться. Все, естественно, верили в Na'Vi, рассказывали, что да, Na'Vi не таких ломали. Но после первого матча, вот сейчас я пытаюсь вспомнить и вспоминаю, после первого матча немножко где-то засеялись зерна сомнения, что, может быть, Na'Vi не всех могут победить. Вот у нас Вилат от игры отключился. Куда он? Ну что, ребят, у нас пауза. Первая часть получилась достаточно короткая. У нас сегодня будет 5 частей. Это матч в формате Best of 5. И все 5 матчей в нашем сегодняшнем 7-м выпуске мы будем транслировать. 2-3 минуты перерыв и врываемся на вторую игру данного противостояния. Еще раз напомню, это Retro International. Не переключайтесь.